Всем привет, с вами Вифрал, и сегодня мы будем играть в Super Cat Tales 2. Не будем тянуть, всем приятного просмотра, а мы начинаем. Мир 3.1, горная тропа. Это ответ вас в Косочные горы. Спасибо за помощь. Отправляйтесь в Гульдбург. Я поехал с вами, если бы мог. Не так уж плохо там готовят. Запомните, спрыгните с поезда, когда увидите большую скалу в форме кошки. Это, наверное, был намек, типа, надо будет прыгать тебе специально, да? Прощайте, друзья, в смысле прощайте. До свидания, Лау. В смысле прощайте? Прям совсем прощайте? Алекс, ты не заболел? Я думаю о последних словах командира Горуда. О лунном кристалле? Лал говорил о легендарных кристаллах, которые поддерживают равновесие на планете. Если мы проиграем, всему конец. Не будет больше природы, света, наших друзей. Все исчезнет навсегда. Лунный кристалл не должен попасть в руки лорда Иридия. Не волнуйся, мы этого не допустим. Я же потерял слишком много соратников. Соратников? Эй, вы двое! Я видел большую скалу в форме кошки. Пора спрыгивать. Вперед, Алекс! Ты издеваешься, баран? Это реально баран. Допустим, что-то можно сделать так как-то. Если как же его забрать? Во-первых, надо этого чувака. Вот, старые знакомые. Так, может, как-нибудь? Да, я гений. Ну, либо нет. И правда нет. Да, по прошлому опыту надо все максимально с 7 искать эти вот бубенцы. Уклонились. Хотя проще было просто его столкнуть его или сбить с помощью нашего. А, так они тут спавнятся, что ли? Или что-то типа того. Проще прицветом бежать и всех сталкивать на своем пути. Опять лопата требуется, но... Ну как так? Здесь нет никакой секретки. Котенок? Видимо, это и есть те котята, которые надо собирать, Давайте прыгнем сюда. Его по-любому надо сбить и получить этот самый венец. Нет, у него нет венеца. Может быть, венец внизу? Ага, внизу. Не, как бы внизу он тоже есть здесь. Только он здесь он был. Потому что мы уже подобрали его здесь. Да, наверное, стоит сказать это в начале видео, что, скорее всего, пойдут 4 уния, как обычно. Желательно собрать побольше бубенцов. Да, мы нашли котенка одного.
Из скольких, интересно? Беги. Теперь надо прыгать. А если прыгать назад? А если наверх? А так можно было, что ли? Что сзади? Ничего. Ну где же все бубенцы-то? Давай сюда. Понял. Ломаем все блоки. Вдруг... Вдруг среди них не бубенец. Я себе представляю эту ситуацию. Он их тоже может ломать. Ого. Конечно, это предполагалось, что он сломает, но... Не до конца верил. Предполагаю, что в этом мире получим еще какого-то нового кота. Только... С такой способностью, интересно. Даже пока что ничего не вижу, ничего такого замечательного. Ничего требует способности. Опа. Он нужен, чтобы нам получить бубенец. Давай сюда прыгай. Хотя уже можно, уже не нужно. Да как так-то? Забираем бубенец. Это какой бубенец? Третий. Вот как знал, что какой-то пропущу. Кто? Опа! А это, видимо, и есть наш новый товарищ, скорее всего. Кто вы? Вы пришли украсть мое золото? Что? Никто не посмеет красть мое золото. Понятно, двое пройден. Золото красть. Понятно. Мы некоторое время, скорее всего, будем за ним гоняться. А потом у нас при мире 3.2 замерзшее озеро. Потом он к нам присоединится. Так. Реально замерзшее. А что если я прыгну вниз? Я пожалею об этом, да? Да, бубенец там есть, но... Ну, скорее всего, мне нужно... Вот, без маски тут не обойтись, скорее всего, без этой маски. Хотя, скорее всего, можно их так повырубать всех по одной вот так вот. Пока эти звездочки на головой. Неужели я понял, как работает система этого жизни? Если я получу два удара подряд, то я проигрываю. Так вот, как это работает. Оказывается, все это время так работало. На коньках, чувак. У меня коньков нет, вы чё? А с двумя скрытия, да, я могу прилететь через все озеро. Наверное, стоило дать ему сломать этого. А, я могу даже могу стянуться, да? Что это за грибы? Они явно шевелятся. Здесь все шевелится почти. И главное не убить его случайно. Давай сюда. Да что ты творишь? Я уверен, там что есть. Может, даже бубенец там есть. Да вот, настолько сильно я хочу получить бубенец. Без, на халяву, так сказать. Это все, чего это... Это делал, да? Ну ладно. Деньги тоже нужны. Точнее, золото. Которое мы не смеем красть, оказывается. Давайте пробуем взять этого. О, мне нравится. А, мне нравится, да. Мне даже очень нравится. Да, да, я смог за вас наверх, но это мне ничего не дало. О боже мой. Умею играть в эту, да. Просто мне кажется, что где-то здесь есть бубенец по-любому. Там новый появился еще один.
Да, ну здесь я приму из бубенца новый зелье. Вот снова он все. Ничего себе, я снайпер. Тебе главное не погибнуть случайно. И не потерять эту бубенца, потому что ты... Повторно я этот жок не повторю. Повторно не повторю, да. Умею врать свои мысли. А тут где-то надо пробить этим чуваком, и там будет бубенец, скорее всего, да? Давайте сюда. Давай посмотрим, что внизу. Есть деньги. Там тоже деньги. И где-то здесь среди всего этого есть, скорее всего. Только чувака нету, чтобы он нас бил. Ну, посмотрим, что ж там внизу. Снова деньги. А что в центре? Тоже деньги. Я это сейчас посмотрю, конечно, таким способом. Все не видно. Но здесь тоже были деньги просто, как я видел. Да, жалко, мы не сможем проверить, не сможем теперь. Бежим скорее, пока новое яйцо не сделала. О, появился. Только не в воду давай, давай. Ну что, в воду прыгнул все-таки? Чел, появись снова заново, пожалуйста. Снова заново, пожалуйста, да. Давай тебе сюда давай прыгай. Он просто ушел в воду, понятно. Я знаю, что как это сделать. Надо пойти вот сюда. Да, тут уже финиш, по-любому где-то в этой воде этот глубинец. Эй, здесь, я здесь. Да хорош. Надо просто по-быстрому догнать его. Глубинец в этой воде. По-любому. Видимо, мы уже облажались. И долго я буду пытаться это сделать, интересно. Сука, я тупой. Он меня типа не видит, да? Понятно. Он меня типа не видит, поэтому вниз мы не получим. Ладно, заканчиваем мой. Да и так слишком долго проводились. Потом, когда буду собирать бубенцы для... Открывайте прохода на следующий уровень большой с боссом. Посмотрю, проверю, прав был ли я или нет. А тем временем мир 3.3, железная дорога. Снова? Снова железная дорога, да. Хотя хоть снова мы до этого ни разу по железной дороге не бегали. Мы только видели кат-сцену, как они были на железной дороге. Проводится, нет? О, снова эти штуки. Мне они в пирамиде мне не нравились. Они... Не, в основном они были вообще только на боссах, я помню. Бубенцы здесь нет? Нет бубенца. На уни с боссом. Первый раз мы увидели штуки. Потом мы увидели их тоже на уни с боссом. Перелететь. У нас уже есть. Что здесь? Ничего? Бубенец. Сокращение пути, может быть, вообще. Один бубенец, мы уже один пропустили, серьезно. А, это враг был? Его можно было убить? Давайте-ка вернемся. Может, бубенец где-то здесь. Нет, его... Он, скорее всего, где-то... Вообще где-то здесь. Да, давайте просто посмотрим. Мы уже пойму, где он находится. Ладно, хватит экспериментировать. Идем дальше. Пока мы тут совсем не остались. Идем здесь теперь.
просто бегаем здесь, все. Действительно, все. Я просто просто рада следим. Тут полетаем. Тут тоже пролетаем. Нет, тут мы попробуем пойти снизу, попробуем пройти. До начала, так сказать. А теперь пойдем поверху. А уж снизу не пустили. А вот снизу что есть? А, там этот команд... там один из командиров. Я слышу бубенец. Вон, я вижу бубенец. Да, вон бубенец. Третий. Но я видел здесь командира, видел этого. То есть с драконом ушел. Поменять не могу, ну ладно. Снова наш любимый танк, который все уничтожает. Да, просто будем давить его. А, большой. Ну, я полностью сходил и поздно сходил. Чистить, я мог не ломать эту штуку, хотя нет. Мне кажется, наверх и надо. А где бы мы не нашли, но... Надо по звуку, наверное, определять как-то. Бум. И что, это победа на них такая? Неожиданная. У них про... Неужели этот командир так легко будет побежден? Что-то, мне кажется, так не кажется. Давайте. Четвертый уровень и заканчиваем сегодня. Мир 3-4. Кладбище летучих мышей. Да, призрак. Так, я снова здесь. Лопата. Да, боже мой. Как же мне лопата эта сильно нужна. Пызик пытался меня съесть. Новые ловушки. По-любому попустил где-то бубенец выпустил, но... Так, здесь надо прыгнуть. Нормально так. И пойти вот поверху. Срочно. Тебе наверх. И прыгнуть туда. И получи бубенец. И побежать дальше. Да, один бубенец мы пустили. Что здесь было все? О, нет, я лучше пойду туда. Так, понятно. Беги, пока не погиб. Так, полетаем. Пробегаем. Стоим на месте. Может, как-то пузик выглядит из этого. Бежим теперь снова. Так что жизнь дорога еще. Поверху? Блять, можно поверху. Серьезно? Как? Чего снова-то все появились? Так, сейчас надо. Вообще надо, скорее всего, просто снизу будет бежать. Хорошо, что это было не враждебное было произведение, которое убегающее. Я бы погиб бы. И финиш. Уровень пройден. Нам почти хватает на лопату. Снова мы заканчиваем на локации с домиком. С домиком. Сейчас мы пойдем уже в домик вот этот самый. В год. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.